Моя доченька Мэйвис, жизнь вампира течет века. Я очень надеюсь, у тебя она будет легка. Никто не сделает так, чтоб ты плакала, а то узнают, что... что твой папа Дракула, а ты моя дочь. Это не я. Давно летели мы вчетвером, колыбели и тебе перед сном. Джаз, Чарльстон, рок-н-ролл. Girl, но и 20-й так внезапно прошел. Сегодня ты звезда в этом шоу. Класс, дух захватывает. Спасибо. И спасибо за праздник. Тебе нравятся открытки? Это потрясающе. Чумовой праздник! Ты превзошел себя, Драк! Лет 500! Ничего подобного не было! Прости, великаш! Может быть, это не очень удобно. Не бойся, я не кусаюсь. Как ты? Где прячется тот замок и на что похож? В котором же принцесса, а ты не идешь? Эй, вставай, собирай в доме путь рюкзак. Пойди, найди, загляни в глаза. И по горам, по лесам, через сто морей проскочишь, если хочешь повидаться с ней. Болит душа и колотит жизнь. И тут в ушах раздается дзынь. Нет-нет, я подошел просто, чтобы лучше слышать. Да ладно вам, хоть попытайтесь. Ну хорошо, разве что чуть-чуть. Не надо думать, что цинь — это только призы. Бывает все в грозы, да козы не резы. Но чтобы выйти на свет из душевных трясин, не сомневайся, мой сын, и найди свой цинь. Поскольку цинь — это цинь, не кило апельсин. За ним не сходишь один в овощной магазин. Залей бензин, лимузин, и не тормози. Пусть доведет язык туда, где будет цинь.